Пидолиенсис. Кто это такие и что мы о них знаем? Думаю, в этом ролике постараюсь ответить на эти вопросы и не только. Но нам же нужно опираться на что-то. Ну, наверное, вы уже догадались, что на фоне моя колония. И об эту колонию мы и будем упираться в этом ролике. Но, пожалуй, пока начнем с истории этой колонии. Думаю, она покажется интересной. Приехала эта колония ко мне в июне. На нее была численность примерно 13 или 12 рабочих, также 2 солдата и матка. У них было примерно на штук 6-7 муравьев куколок и небольшой пакетик яиц из 5-7 яиц. Точно сейчас не помню, но если что, гляньте мои старые ролики. Конечно, качество там гораздо хуже, но в любом случае информацию оттуда можете сами взять. Даже если брать в основу то, что массовое кормление началось с конца октября, я и в сентябре начал уже их довольно часто кормить знахарем. Но они не особо охоты его ели. Ну а как только у меня появились туркмены, ох, ё-моё, вы бы видели, как первый раз они на него накинулись, учитывая то, что я им только вчера отдал личинку знахаря, и они ее разделывали в гнезде. Она в этот же день отправилась на мусорку, и тут ее занял место туркменский таракан. Ну и сейчас они ни в какую, ну прям ни в какую не любят их есть. Прям, ну, отвращение ужасное. Не знаю, хорошо это или плохо, но радует меня только то, что они развиваются очень быстро и очень бодро. И, соответственно, если посчитать по пальцам, этой колонии чуть больше полугода. Я считаю то, что это неплохой результат, учитывая то, что массовое кормление белком началось с сентября. Думаю, я за следующие полгода, до начала лета, смогу набрать настоящую империю фей. Хотя я толком не знаю, как правильно выражаться, семья или колония. Потому что вроде как, если прям большая колония, то это реально колония. А если маленькая, то это семья. Я бы не сказал то, что она маленькая, но для фейдолик, зная, как они могут развиться, я бы не сказать, что прям большая семья. Или колония. Я путаюсь, так что, если что, поправьте меня в комментариях. Буду очень признателен. Ну ладно, довольно о моей семье. Пора уже разобрать особенности этого вида, а не моей семьи. Знаю, вы ждете разбор телостроения их солдата, но я думаю, на телостроении их рабочих тоже нужно остановиться, ведь оно тоже особенное и необычное по сравнению с другими муравьями. Смотрите внимательно. У них брюшко хорошо растягивается, даже для рабочих это довольно неплохо. Также у них длинные жвала, что свидетельствует о том, что они очень цепко могут цепиться или грызть. Но грызть у них справляются солдаты, а в основном охотятся рабочие. Ну что и понятно, потому почему у них такие длинные челюсти. Также посмотрим на очень длинные усики для своего размера. Давайте посмотрим, какие усики у других видов. Ну а теперь посмотрите опять на Фейдолиенсис. Ну, думаю, разница видна. Да, они очень большие. Однако это помогает им очень хорошо ориентироваться на свету. Даже вот посмотрите, прямо сейчас рабочие, открыв свои челюсти, пытаются спугнуть или резко сагрессировать, если будет какая-то опасность на свет. И, кстати, да, Фейдолиенсис очень сильно реагирует на свет. Возможно, это хорошо или плохо, не знаю. Однако, например, если вы снимаете, они могут запаниковать. Но зато при переселении это очень сильно ускоряет. Они могут переселиться буквально за полчаса. Ну, это вообще поразительно, если честно. Хочу обратить ваше внимание на их ножки. Они длинные, и из-за этого они могут быстро бегать. Да, у них рабочие очень быстро бегают при беспокойстве, хоть и на видео они не особо и быстрые. Даже солдаты органично могут вписываться во время охоты и не ходить медленно, как какие-то танки. Они могут тоже быстро бегать. Не знаю, зачем это способность этим Йенсисам, но в любом случае из-за этого они гораздо быстрее мобилизируются, чем та же Мирмика или какие-нибудь другие агрессивные муравьи среди местной фауны, например, Тетрики. Пока предлагаю немного помолчать и полюбоваться на этих азиатских красавцев. Ну а потом мы перейдем к солдатикам. Переходим к солдатам. Они имеют длинное брюшко, что свидетельствует о том, что оно может хорошо растягиваться, а соответственно их используют как бочки, ну в принципе так используют большинство видов муравьев, и Йенсиса тому не исключение. Так и при охоте примерно 30% солдатов выходит на арену. Да, всего лишь 30. У меня, конечно, там вообще пару штук, но со временем солдат будет побольше. Связано это с чем?
потому что йенсисы, как правило, используются для разгрызания семян или как бочек. Да, они угрызут семена. Вот такие вот необычные, оказывается, факты я могу вам привести, но лично у некоторых киперов йенсисы не любят семена. У меня они, как правило, могут просто при первой подаче семян затащить в гнездо 35% всех семян, потом в итоге разгрызть 20% и остальное успешно закидать в свежий им выданный сироп. Да, если они не могут допить сироп, они его не оставляют, а закидывают всякой ерундой, которая прилипает. Если посмотреть потом на охоту, у меня будет куча, так сказать, прилипших пятен с семенами. Ну, что поделать, это йенсисы. Еще я прошу заметить, у солдат длина усиков такая же, как у рабочих. Кстати, эта особенность есть почти у всех муравьев, в принципе, даже если посмотреть на карибару. Конечно, да, у маток и у рабочих разные усики. У матки немного подлиннее. Но если посмотреть пропорционально телу, у матки очень, ну очень короткие усики, как у солдат. А у рабочих, наоборот, очень длинные. Ну и тут, в принципе, то же самое. У рабочих пропорционально телу очень длинные усики, у солдат маленькие, а у маток очень маленькие. Да, это, конечно, не карибара, но все равно довольно маленькие. Вот так сейчас поживает эта семья. Она чувствует себя бодро, она очень хорошо охотится, и в принципе у нее все идет, так сказать, чередом, своим чередом, но однако это очень хорошо. Ведь семья продолжает набирать темпы роста, я их не сбавляю темпы кормления белка, а только прибавляю, то есть, соответственно, они будут все быстрее и быстрее развиваться. И это и так понятно, то, что чем больше муравьиной колонии, тем быстрее она будет это делать. Но если еще чаще им давать белок, то это вообще, ну, очень ускорение. Тем более, это йенсисы, что поделать, они могут очень быстро размножиться. Это, грубо говоря, младшие братья карибары, а не просто на минималках, потому что на минималках это полидулы, а это совершенно другой вид. Надеюсь, вы поняли в этом ролике то, что я вам хотел донести. Это совершенно другой вид, который очень интересный, очень красивый, и я вам всем желаю, чтобы вы его завели себе и потом уже сказали мне спасибо за то, что я вам рассказал про такой классный вид под названием Fidoliensis. Но это на сегодня все. Это аспекты бирмикиперства. Всем муравьиных маток и всем пока-пока.